Или что якобы на территории Украины, ну это еще как бы мы, когда мы в России находились, по средствам массовой информации там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует, я сейчас дословно 100% ошибусь, поэтому не судите строго, что на территории Украины господствует фашистский режим для себя. Когда мы только сюда зашли, потом я когда посмотрел выступления боксеров профессиональных ваших, то есть я на родине я всегда за них любил, это Усик и Ломаченко, это мои любимые, ну просто герои, реально. Я сейчас просто не лукавлю нисколько. Эти люди просто готовы взять в руки оружие, они говорят о том, что мы вас сюда не звали. И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на эту страну, ну, на эту территорию, на территорию Украины. Возможно ли это в конце концов? Там мы там отсидим в тюрьме, не знаю, там любой приговор, там, который мы заслужили, это ради бога, это как бы мы уже. Я еще можно скажу по украинскому народу, да? Я, наверное, не найду слов тех, которые бы там загладили нашу вину, поэтому я скажу просто, ну, если найдете в себе силы, простите нас. Если нет, то, ну, ради бога, мы примем это как должное.